Всем привет! Вы на канале «Все для души». Мы сегодня выбрались в проводочку на плотву. Ну что-то у нас вроде густерка. 8 утра. Ладно, поехали. Что будет, покажем. Не знаю, наверное, сам процесс снимать не буду. Хотя фиг его знает. Может быть, и покажу. Не переключаемся. Тут все ничего. Закидывать тяжеловато. Местечко, где я стоял, уже занято. Ну правильно. Кто успел? Чьи тапки? Ну, вот дергает. Вторая рыбка. Густера. Как хорошо сопротивляется. Ого, это уже что-то такое посолиднее. Вы посмотрите. Такой неплохой экземпляр. Что-то тянем. Что-то тянем. А что? Увидим. Ура, плотвина! О, на краешке. Хорошая. О, вот так вот. Что-то мы тянем. Ну, что-то небольшое. Густерина. Вот такая. Вот так вот. Ну все. Закончил я рыбалку. Так сказать,
Да я оборвался, и условия уже плоховатенькие. Да и дела надо делать. Пару часиков постоял. Да, наверное, пару часиков и было. Поклевочки были, место новое. Поэтому, может быть, и неплохо. А может быть, и не ахти. Ну, вот так вот. Ладно, всем пока.